Мое почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК, и мы с вами продолжаем играть в Сталкер, Тени Чернобыля. В общем, в Сталкер я уже не играл давно. Так, мы сейчас вот так сделаем. Я не играл в Сталкер уже порядка месяца. Вот, за это время я уже приобрел микрофон себе, но я его показывать не буду, потому что показывал я его в Kings Bounty серии, но... Ладно. Вот такой вот микрофончик. Показывал я его уже в Kings Bounty в одной серии, но она выйдет после Сталкера и непонятно еще когда. Ладно, давайте смотреть, давайте продолжать. Я, в принципе, помню, что здесь надо, что здесь вообще происходит, что творится. А происходит и творится, собственно, где выход-то? А, вот. Происходит и творится, собственно, следующее. Мы, значит, выключили рубильник, отключили выжигатель мозгов. И заспавнилась хуево туча монолитовцев. А у нас еще нет нихуя патронов. Но я думаю, мы с них наберем немножко. А, только вопрос, где они? Вот, а, блядь, суки. Где-то здесь, блядь. Ты покой! Ага, отлично. Сколько я не играл в Сталкер, я немножко отвык. Точнее, поскольку я не играл в Сталкер, я немножко отвык. Я привык к Kings Bounty, спокойным игрушкам, а прям в Сталкер я уже... Блять. Прям в Сталкер я уже не играл давно. Ну ладно, разберемся, все это посмотрим. Значит, сейчас у нас цель покинуть... В смысле... А, в саркофаг на ЧС проникнуть, все. То есть мы потихоньку съебываемся отсюда. Блять, ты чё, охуел? Черт, блять. Да ебаный в рот, еще попасть-то бы, блять. Я после каждого шота буду сохраняться, чтобы по 255 раз не переигрывать. Вроде запись идет, вроде все хорошо. Нихуя вас там сколько, блядь. Сразу нахуй. Так, аптечечку, пожалуйста, и в пяточку. Так, мне, наверное, сюда. Так, а где трупак? А где трупец? Испарился, сука. Так, у него абаканчик. Нам такие патроны не нужны. Бля, а мы такими темпами хоть в плюс-то выйдем по патронам, нет? Так, вот здесь еще мы убили чувака. Бля, у него тоже калаш. Бля, а где выход? Что-то я, блядь, наебался, по-моему. А, вон он. Ух, блядь, в экзоскелетах я ебал. В экзоскелетах я ебал. В экзоскелетах это слишком жирно. Слишком жирно. Еще, по-моему, сайс вала. Я, по-моему, попал по нему. Хорошо, ладно. Я думаю, сегодня я эту игру пройду. Чтобы сильно с ней больше не затягивать. Точнее, попытаюсь пройти. Да, сука, ты где, блядь, пес? Я тебя увидел. Давлю его. Давишь ты, блядь. Я бы сказал, что ты давишь, но не буду. Вопрос по звуку. Стало ли лучше? Потому что я пока не понимаю. По-моему, что-то есть хорошее, что-то есть прям лучшее, что-то, по-моему, хуета. Так, вот здесь протиснемся мы. Хуй. Нет, ладно. Где ты, пес, блядь? Ты заебал уже. Блять, у нас такой уебищный ствол, блядь. Есть, нахуй. Ух, блядь, еще оттуда откуда-то прилетело, нахуй. Ёбаные вы черти, блядь. Волки, блядь. Псы, суки. Где ты, блядь? Сейчас выйдешь, сука, и он тебя, блядь, на тебя выйдет, да? Дай-ка сюда. А, у тебя вот это... О, вот это, кстати, тоже заебись пушка. Это, кстати, пушка вообще заебись. Можно даже вот это выбрать. Бля, надо было разрядить, да? Бля, уже забыл вообще, как играть, нахуй. Ладно, разберемся. А что, еще было, нет? Вот сюда он пошел, да? А здесь никого, все отлично. Ебать их там, блядь. Да хуя. Ебать их там, да хуя. Так, там... Там... Экзоскелетник был еще.
Там еще был экзоскелетник, кстати. Но я его не убил. Так, F5. Бля, с патронами вообще прям на вы, нахуй. А, у нас еще есть гроза. А у нас... Ой, блядь, здрасте, нахуй, ёбаный в рот. У нас еще есть гроза, я про неё совсем забыл, кстати. Ух ты, блядь, нихуя ты не дал. Да ёбаный в рот. Вот что значит разучился вообще играть, нахуй. Даже забыл, как прицеливаться, блядь. Ох ты, ебать, в рот твой. Да стой, готов. А руки-то помнят, руки-то помнят. А, блядь, руки-то помнят. Ёб твою мать, дурак ты, что ли, блядь. Чуть сердце-то не выпрыгнуло, нахуй. Хотел сказать, руки помнят, а руки-то все. А руки-то забыли резко, нахуй. Ну ладно. Ладно. Так, F5. Ты охуел? У меня знаешь, сколько аптечек, блядь? Тебе столько нахуй не снилось никогда в твоем монолите, блядь. Вам столько не выдают, нахуй. А вот мне взяли и выдали. Так, мы с вами топ-1 в этой игре. Да, 1386, мастер. То есть нам тягаться вообще, с нами нехуй тягаться. Опа, блядь, а это я завалил? Я не помню. Так, блядь, 10 человек еще. Конечно, все хорошо. Ну где эти 10 человек? Они что? Блять, сука, опять напугал меня, блядь, дурак, ёб твою мать. Я хотел сказать, они стопудово в этих комнатах, блядь. И как оказалось, так и есть. Так, у тебя калаш. Да нахуй мне этот калаш, ты заебал. Вот это вот, дай мне сюда. Так, надо съесть колбаску. Съесть вот эту хуйню. Ну потому что она нахуй не нужна, по сути. Есть. Так, там еще кровосос. Ну, кровососы нам все, нам похуй на них. Опа, у тебя ЛР-ка. ЛР-ку забери пока. F5 дальше идем. Я хочу посмотреть вот здесь, вот никто из них не сидит. Вроде никого нет. Бля, я все убиваю, их все больше. Их уже 12 человек, их уже 100, блядь, тысяч. Получи-ка. Где, блядь? Я почему-то так понял, что ты там. Я почему-то так и подумал, что ты тут в ящике сидишь, блядь. В каком только? Вот в этом, по-моему, да? Ёб твою мать, блядь. Как вы так вот, сука, ныкаетесь, блядь? Как крысы. Крысы ёбаные в рот, блядь. Блядь, убил один хуй 13. Уже один хуй 14. Блядь, пиздец. Что происходит, нахуй? Так, F5. Ладно. Дальше главное не выскочить ни на какого джиггернаунта, блядь. Так, здесь никого нету. Опа, блядь. Внезапно, нахуй. Ладно. А может это у меня просто галюны? Так, а тут что? О, вот это давай сюда. Вот это давай сюда у нас. На. Бля, ты присел, что ли? Я думал, ты ушел. Это давай сюда, нам пригодится. Так, а вот это вот сейчас заменим, кстати. Отлично, F5. А, сколько их человек? 11, 12. Хорошо. По-любому какие-то из них на лестнице. 100%. Я не знаю, я просто так думаю. Бля, отвык я играть в подобные игры. Бля, эта пушка вообще не прошибает. А, или она прошибает. А, еще тут уклоняться можно, я и совсем забыл. Спрашивается, нахуя я так часто сохраняюсь? Да, блядь, потому что на панике. Точнее, не то чтобы на панике. Блядь, тут сколько ходов, ебать, а куда идти? Ебать твой рот, блядь. Дядя. Дядя, отъебись. Дядя, ты заебал. Дядя, нахуй ты так стреляешь много? Вопрос в том, что у нас аптечки как бы есть, аптечек дохуя. Дело не в аптечках. Блять. Дело не в аптечках там. Или в чем-то таком. Дело в том, что патронов жалко, блять, сука. Нам еще ДЧС. А патронов жалко. А выносить их всех с ножа, блять, ну это самоубийство, конечно. Точнее, ну, не самоубийство. Может, можно, кстати, шотики раздавать потихоньку. Но экзоскелетникам попробуй шотик поставь, блядь. Они тебе, блядь, быстрее сами поставят, нахуй. Ладно. Нихуя страшного.
Вот, видишь, бля, я ему в голову раз 20 выстрелил. Ну. 4 человека осталось. О, нормально. Сейчас заебись получилось. А тут мы еще ящик не открыли, кстати. Ой, а тут еще и медицина. Заебись, бля, нихуя не видно без фонарика уже. Будто ночью, блядь. Ох ты, блядь, здрасте. Здрасте, блядь. А ты вот что стреляешь, блядь? Тебе до меня еще как до Китая раком, а ты, блядь, стреляешь. Тут. Так, один человек остался, кстати. Чего написано было? А, враг. Надо посмотреть... Нет, это не экзоскелетовец. Я чисто для себя узнал, экзоскелетовец это или нет. Но к чему готовиться? Блядь, да нахуй мне эти калаши, вы что? Что, с ума посходили, блядь, товарищи? Братцы. Братцы. Но их здесь еще по-любому много. Так, погоди, а мне куда? А мне куда? Так, оттуда я пришел. Не понял, блядь. А, вот. Блядь. Как я ненавижу вот эти все, блядь. Значит, туда и смысла нет ходить. Я так понимаю. Бля, опять пропал, чувак. Это, я так понимаю, этажи. Тут много этажей. А, где я здесь был? Вроде не был, блядь. Кто вас убил? Кто их убил? Интересно. А, или... А, они здесь были, когда я вошел. Да ведь? Я не помню просто. Да не, вроде не было. А, до свидания. Внимание! До свидания. Бля, вот это похоже на ангар арены. Только немножко другой. Точнее, вообще не похоже. Но для меня будем считать, что похоже. Да, все, выходим. Всем приятного аппетита, ребят, кто ест, пьет. У меня сегодня кофеек с молоком. Вкусненько, хорошую. Заебись. Так, этот микрофон, блядь, мне... Я его, короче, спрятал сюда. Отсутствие излучения подтверждено. Крупных скоплений противника не обнаружено. Отсутствие излучения подтверждено. Крупных скоплений противника не обнаружено. Вепря высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. 056 это база. Возвращайтесь домой. Вепрь, доложите обстановку. База, это Вепрь. Сопротивление минимальное. Кто-то прошел здесь до нас. Вепрь, приказ. Установить карантинный режим на территории антенн. Нарушителей режима уничтожать без предупреждения. База вас понял. Короче, игра вылетела нахуй. Чё, блядь, почему, не знаю. Я надеюсь, сейчас вылетов не будет. Но, короче, как только подхожу вон туда, игра вылетает. Два раза я уже пытался. Сейчас я немножко от другого места подзагрузился. Надеюсь, вылета не будет. Нет, здесь вылета нет. Нахуй, сохранимся. Блядь, зато текстуры пропадают теперь. Замечательно. Так, надо посмотреть, кто здесь с кем воюет, во-первых. Так, монолит. Монолит, ладно. А там кто? Тоже монолит. Да сука ты, блядь. Ебучие рога. Бля, и военные. Монолиты военные, заебись. И те против нас, блядь. Сука ты ебаная, блядь. Сопротивление минимальное, говорит. Сопротивление пиздец. Какое минимальное, блядь. Ах ты, блядь. А там-то кто прошибает, блядь. А, военный. Заебись тебе, пес, блядь. Гаврик ебаный. Так, надо сюда подбежать. А тут кто на вышке-то сидит? Или не на вышке? А, там где-то какой-то друг. Еще не друг, а нейтрал. А где ты? Кто ты прижал-то меня? Кто меня прижал-то? А, ты?
Тебя самого прижимать надо, блядь. Ух ты, ебануться, блядь. Нихуя вторая мировая Call of Duty, блядь, Black Ops, нахуй. Я ебал. Да, это хуйня, ебать. Нихуя в натуре, вторая мировая, блядь. Call of Duty, блядь. У меня просто на них патронов, нахуй, просто-напросто не хватит. Не, если они, конечно, мне возместят. Бля, ну их там много, пиздец. Там где-то еще наш какой-то пацанчик. А кто это? Я не знаю. Внезапно, блядь. В смысле заскучали? Тут, блядь, война, ебать, как бы, ну. Хуёнь. Хуёнь, блядь. Огонь, блядь. Охуел? Я чисто по лампочкам, короче, стреляю. Бля, да ебать, они там прут и прут. Ёбаные дарт-клоны, блядь. Под руководством Дарт Вейдера, блядь. Ебать, еще с той стороны кто-то пришел, блядь. Бля, давай в электру, в электру, в электру, молодец. Бля, я уже хуячу этими патронами, да? Кто-нибудь выйдите? Держи его, блядь. Ты свой писюн-то, блядь, удержать не можешь. Ну. Бля, они по очереди наступают. Сука, да что я такой косой-то, блядь? Почему я попасть-то не могу? Убью, блядь. Да что такое, блядь? Вы там в броне, нахуй, какой-то, блядь, силовой, ёбаный в рот. Сука, фашисты, блядь. Да еб твою мать. Ай, блядь, уже здесь. Я ебу, нахуй. Пиздец, блядь. Пацаны, теряем позиции, нахуй. Почему в каждой игре нам норовят присунуть, блядь? Бля, они там в натуре прут и прут, нахуй. В натуре прут и прут, блядь. Прут и прут, им по... Бля, я думал, кто-то обошел. Ой, бля, где там, кто там? Внезапно, сука, почему ты не попадаешь, блядь? Есть, нахуй. Кто там еще, блядь? Не вижу, нахуй. Что-то я не помню, чтоб я здесь, блядь, с военными дрался, нахуй. Бля, у меня патронов-то все. И остался один вояка. Или не один? Есть, нахуй. Ну, хоть, блядь, взять Абакан, ёптать, придется, что делать-то? Блядь, тут электро. Ебать ее по черепу. Так, а у него Абакан с прицелом. А, у них у всех Абакан с прицелом. А, это моё. Просто у нас, ну, если мы Абакан не возьмем, у нас больше нет никаких вариантов по поводу оружия, кстати. Только Абакан. Бля, надо было... Ебать, Абакан громкий. Кто-то спрятался, блядь. Да отсюда хуй попадешь с Абакана, блядь. И он-то по мне попасть не может, блядь. Хотя он... Даже... Ебать просто вообще... Отдача, нахуй. Смотри, вот выдержу мышку просто прямо, нахуй. Смотри. Я ебу, блядь. Я ее не поднимаю, ничего, блядь. Просто отдача, пиздец. Это если шальная какая-то залетит, да, может повезет, нахуй. А так, просто без шансов, нахуй. Бля, нам в любом случае делать нехуй, нам надо собирать патроны. Точнее, нам, в принципе-то, делать-то есть что. Но нам, мы будем собирать патроны. Потому что без патронов нам будет плохо. Хотя бы абакашные, хотя бы их. Блять, чё это уже все нахуй. Блять, ну артефакты нам уже нахуй не нужны, в принципе. Это что, удар, да нахуй? Просто, ну, смысл, мы денег уже не заработаем. У нас, в принципе, мы сейчас до ЧС дойдем и все. Поэтому это все можно выкинуть. Вот это вот можно вот так. И, в принципе, все. Так, погнали, собственно, на этот саркофаг. Пойдем проникать.
Это, по-моему, туда. Внезапно. Внезапно. Так, окей. Идем дальше. Так, один кто-то, два кто-то. А, монолитовцы валяются. Просто пиздец. В упор, блядь, не могу попасть. Так, ну мне в любом случае нужны калашевские патроны. Ай. Сейчас как раз перед Припятью собирается отряд ветеранов. Если поспешишь, пойдешь с ними. Что? Я думал, пулемет валяется. Перед Припятью отряд ветеранов, добро. Точнее, он не перед Припятью, а он уже в Припяти собирается, кстати. Это мы все с вами прекрасно помним. Еще по чё? Да иди ты нахуй, бочка. Еще по старым прохождениям, когда все с вами играли первые разы. Разумеется, все играли в Сталкер, а кто не играл, тот много потерял на самом деле. Ух, ёб твою мать. Бля, пацаны. Кто не с нами, тот под нами, нахуй, я считаю. Бля, почему на два фронта, на три фронта воюете? Почему вы на три фронта воюете, блядь, а? Вы охуели? С одной стороны, блядь, эти прессуют, нахуй. С другой стороны... Долг. Третий, свобода. Бля, сколько у свободы народу осталось? Бля, я против долговцев, я ебал рот. Вообще они нахуй. Блять, микрофон хотел пройти. Сука! Я забыл про то, что надо следить за жизнями. Хорошо. Но я ебал долговцев в рот. А, они уже против меня. Гулять-то гулять. Хотел сказать я, но... Бля, есть, они мне резко зелеными стали. Они мне стали зелеными, но их осталось так мало. Бля, ну и где они? Есть, минус нахуй. Кто там еще? Нашего завалили! Нашего завалили? Кто? Тебе кранты, ясно? Да, я блядь, ясно, ты меня не зажимай, ебаный в рот. Можешь, пожалуйста, меня выпустить? Отпустите. Отстаньте. Ебаный в рот. Ебать дают, пацаны, ебать дают просраться. Да ты, сука, черт, ебаный, блядь. С такого оружия еще попробуй, блядь, нахуй, что-то сделай, блядь. Это просто самый чмошный ствол вообще во всем мире, блядь. Он еще и заедает, блядь. Сука. Где там, блядь? И шачела ебаная. Ебать. Давай, сука. Как можно, бля, вообще стрелять нахуй из этого говна, блядь? Я не понимаю, нахуй. Просто скажите мне, пожалуйста, как из этого говна можно вообще стрелять, блядь? Вот, блядь, отличный натовский ствол. Пиздатый, хороший. А вот это прям говно, я ебал, блядь. Держи аптечку. Не будь дураком. Так, там одиночки простые. Бля, гроза, конечно, тоже заебись, но она у меня есть. Поэтому оставь себе.
Бля, сколько с вас тайников падает? Ящик с добром. Ящик с хуйром. Вся хуйня. Так, а что мне не нужно? Нахуй вот эту вот хуету. Я, конечно, понимаю, блядь, у меня патронов нету нихуя. Бля, вы там против кого, пацаны? Вы там против кого? Против кого-то воюют. Но мне похуй, я влезать не собираюсь. Сами должны справляться. Бля, у меня патронов, конечно, нету нихуя. Так, у вас даже смотреть смысла нет ничего. Все, ладно, погнали. Мне же сюда, правильно? А, да. Туда я не хочу даже идти. Там все равно делать нечего. А что мне оружие-то не дали? Дайте мне оружие. И чё? Чё мы с вами будем делать? Я ебал, блядь. Ну где ты, сука? Членосос. Как ты меня, блядь, через автобус-то прошибаешь? Ёбаный ты, блядь, кукаду, блядь. Попугай, нахуй. Бля, походу придется все-таки брать натовский ствол. Хотя бы один. Без него тут делать нехуй. Все, ладно, пойдем. Все, ладно, пойдем. Уже играю на отъебись, особо ничего не коллекционирую, ничего. Потому что хули, конец игры, что толку-то? Что толку-то, что-то коллекционировать? Встретиться с группой сталкеров. Вы, слушайте меня внимательно. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Добро. Ты, наверное, меченый? Да. Мне тебе говорил бармен. Давай пробиваться вместе. Вперед. Ой, вот это мне надо. Погнали. Пацаны, мы до клыка хабара дойдем. Фу, блядь, до хабара клыка. Клыка. Чё, блядь, сказал? До клыка хабара? Нормально. Так, здесь пацаны должны вылезать. Вылезти. Но я их пока не вижу. Я стая 4, скоро будем на месте. Дача и стая 4. О, военные. Хотят первыми добраться к центру. Снять все сливки. Ничего, мы там тоже скоро будем. Стрелка слева вверху! Фанатики справа! Яблочко! Минус один! Отлично! Чисто. Всем перегруппироваться и двигаемся дальше. Подождите, пацаны. Я сейчас у этих фанатиков патрончиков возьму немножко. Ну, совсем малясь. Совсем чуть-чуть. Вперед, ребята! Блять, вот это вот заберите, пожалуйста. Я пытаюсь, я иду. Все, идем. Так, вспышки на балконах. Укрытие, они в окнах! Где? Вспышка на крыше слева! Получай, падла! Крыша справа! Я снял следующий! Получай, сука! Минус один! Да, это я убил. А, вы тут всех убили, да? Нас. Где? Кого потрепало, блядь? Ты что, все живы вроде? Да, вроде все живы. Все же живы, чё вы? Чё вы врёте? Так, я пока вроде никого не вижу. Я вроде никого не вижу. Ты кого-нибудь видишь? Фанатик слева на крыше! Слева? Где? А, на крыше. Кто еще там? Получай, падла! Я больше никого не вижу. Вперед, вперед! Минус один! Так, пацаны, слева! У меня тут... Справа за трубами! Отлично! А меня будет кто-нибудь помогать-то мне? Мне кто-нибудь будет помогать-то или нет? Нахуй надо? Не, ну так-то правильно, пацаны, чё? Каждый сам за себя, наверное, да? Яблочко.
Думаешь, я тебя не видел? Думаешь, я тебя не видел? Так. Опа. Готов. Чушпаны, чушпаны. Вы держите так, штаны. Судя по карте, нам направо. Там есть безопасный проход под землей. Добро. Так, а это садик, да? Так, ну и что, нам сюда? Так, они там кого-то увидели. Я не знаю, я смогу добежать. Справа! На балконе и в окне! На балконе все. В окне получай, тоже все. Вы куда идете? Идем дальше. Отлично. Молодцы. Так, пацаны, я сейчас этот. А, бля, здесь так все хуево, да? Ёбаный в рот. Меченый, я вижу, у тебя своя дорога. Да нет, нет, у меня не своя дорога. У меня не своя дорога, пацаны, у меня не своя. Не своя, не своя, я просто хочу вот сюда вот. Вот. Пацаны, у меня дорога ваша. Пацаны, у меня ваша дорога. Пацаны, у меня ваша дорога. Просто меня тут, блядь, атакуют немножко. А в нем бегать нельзя, да? Ну и похуй. Все, я с вами, пацаны. Подземная постоянка. Значит, мы в центре Припяти. Передвигаться тихо. Недалеко центральная база Ванолита. Вперед. Скоро мы будем на станции. Вот так. Все, погнали. Я просто вспомнил, что тут есть костюмчик. Вот, и этот. Захотел его забрать. Так, ну чё, пацаны? Вот это здесь. Блядь! Засада, ебать. Я их не видать, они что-то додумались фонарики повыключать. Додумались фонари повыключать, блядь. Нихуя себе вы умные, блядь. Хорошо приложил, гада. Молодец. Да молодец, молодец, не толкайся только. Да сука! Блять, черт ебаный. Не сопреследуй меня, заебал. Так, это все мое. Я, блядь, как крохобор какой-то. Так, и все, выход к ЧС, хорошо. Выход к ЧС, пойдем. Я пошел к ЧС. Ух ты, блядь, а ты что, с гаусской, что ли? Ты какой-то, блядь, снайпер, нахуй. Снайпер прям. Бля, я бы тоже гаусску хотел, но... Внимание! Сука. Ой, блядь, ёбаный ты козьёр, блядь. А кто с гауской еще? Мне как бы тут понятно, а где еще? А, все, вижу. А, вот. Есть. Все, погнали. Где заход? Вот заход. В этом костюме бегать нельзя. Вот это плохо. Так, теперь пока вот эту пушку оденем. Чисто пока этот. Чисто пока идем. Чисто пока идем. Это мое? Ой, это хорошо. Так, вал я не хочу. Вал, конечно. Вал, конечно, заеби. О, блядь, ебать. Надо оставить. Вал, конечно, заебись. Но. Но я не хочу. Так, выход на ЧС, хорошо. Так, колесо оборзения. Ага, там кто-то есть. Где? А, он, наверное, на башне стоит. Да. Ох ты, блядь!
Да ёб твою мать, блядь. Ты меня заебал. Да ты заебал, блядь. Он сдох? Ебануть. Ебать ты фраер, блядь. Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе. Посмотри в мои глаза. Пам-пам-пара. Блять, ну я ебал эти стволы, блять. На таком уровне сложности, блять. И ствол, который, блять, нихуя не сносит. Ну это пиздец. Нахуя же его придумали, блять. Бля, где кто там еще с Гаусса хуячит? Кто хуячит с Гаусски? Кто хуячит с Гаусски, скажите мне, пожалуйста. Они что, решили до меня вообще полностью доебаться, блядь? Так, где-то там. Опа. Опа, блядь. Вот это да. Вот это прилетело, блядь. А у меня, кстати, от экзоскелета остались рожки да ножки. Я хуею, блядь. Я хуею, а она пляшет, блядь. Так, братан. Ой, что происходит, блядь? Короче, пошли вы нахуй, вы меня заебали, блядь. Мне вот этого кренделя бы снять, блядь, на башне, нахуй. Остальное мне похуй вообще. А он сам себя самоуничтожил, да? Походу, да. Ладно, похуй на него. Я вообще думал, мы танками будем в экзоскелете. А мы оказались решето, блядь. Тут вообще какой-то, блядь, лютый пиздец происходит. РПГшники, блядь, хуешники. И что, все? Нет, просто загрузка. Я думал, опять игра вылетает, блядь. А это просто загрузка. А, в смысле? А я думал, надо будет пройти вот здесь. А почему мы не прошли? Артем, я 030-й. Подходим к точке. 030-й. Там сбита пара радиохимической разведки. Пробей. Артем, я 030-й. Понял. Интересно, интересно. А, найти вход в саркофаг. Опа, блядь. Кто уже хуячится, снайперки-то, блядь. Ебать, хэдшот был. По кому-то там работает все. Я на месте, группа пошла. Квартет, я кошу, сел. Начинаю работать. Начинаю, говорит, работать. Бля, вот так бы сейчас опять шальная бы залетела бы. Куда надо, и было бы нормально. Может мне тоже взять вместо автомата снайперку? Ну а чё, 12 выстрелов? Двенадцать трупов.
Ну а тут один выстрел, один труп. Блять, а чё они, пидорасы, начали меня атаковать-то? Вы чё, псы, блять? Заебись, я сохранился, да? Охуенно. Почему я сохранился так хуёво? А чё делать-то? А чё делать? Понятно. Да это, блядь, пиздец, ебать. Вы чё, охуели, блядь? Я первый раз помню, вижу вообще, что они бомбят, блядь. Или может просто я уже нахуй забыл все? Ну, вроде нет. Квартет, я 030, подходим к точке. 030, там сбита пара радиохимической разведки, пробей. Квартет, я 030, понял. 030, я квартет. Бля, так теперь-то ты где, ёбаный в рот? Был же здесь, блин. 54-й, тут контрасты зашевелились. Пол, давай, давай заход, давай нём. А у этой-то, блядь, чё за разлёт, нахуй? Блять, а сейчас если опять прилетит вертолет, нахуй. Что мне делать, блядь? Да сука, еще ты там, блядь, давай повыебывайся, нахуй. Мне тут не до тебя вообще, блядь. Я за вертолетом смотрел, ебаный в рот. Вот, блядь, и шаг монолитовский, блядь. Я смотрел за вертолетом, блядь, а тут он откуда не возьмись, блядь. Сел, блядь, молодец. Так, его, по-моему, засосало в аномалию. Ну кто там, блядь? Ёбаный в рот, чё за, блядь, кипиш, нахуй? Чё за кипиш, блядь? Чё, блядь, за кипиш? Я ебал, блядь. Чё за суета, нахуй? Просто суета, пиздец. Один бомбит, второй стреляет, блядь. И это, блядь, легкий уровень сложности. Я вам на минуточку скажу, блядь. Да ты, сука, заебал меня, блядь. Может, мне надо было оставить гаусс снаряды, блядь, чтобы по вертолетам хуячить. У меня нету, у меня есть один. Ну давай я сейчас пиздану по нему, блядь. Когда он появится. Хуй. А, они не по мне стреляли. Они все это время не по мне стреляли, я просто... Ебанусь. Нет, они стреляли по мне. Да чё за хуйня-то? Вы чё, не прикалываетесь? Я, блядь,
Всего-то нахуй месяц не играл в эту игру, блять, а уже нахуй вообще убивают чуть ли не каждую секунду, блять. Блять, ну это какой-то пиздец. Пиздец. Это просто пиздец. Ну давай, пес, блядь. Я тебе еще раз уебу, нахуй. Может, мне надо подождать? А не, они один хуй, блядь, они меня видят, походу, и стреляют по мне. А как же, блядь, здесь проходить-то? Я уж не помню, блядь. Я не помню. Может, мне вот сюда спрятаться? Может, я вот сюда спрячусь, они меня не найдут? Где они? Где они, блядь? А, вон они летают. Так, хорошо. Да, блядь! Что за хуйня-то, блядь? Откуда вообще все вы взялись-то, блядь? Военные, хуенные, блядь. Монолит, патронов нет, блядь. Что за хуйня? Вроде легкий уровень, средний уровень сложности стоит, блядь. Я в детстве вообще на мастере, блядь, играл. Ёбаный в рот. И нихуя игралось, блядь. По-моему, я его ранил немножко. И нихуя, блядь, игралось, ёбаный в рот. А сейчас что-то я, блядь... С места сдвинуться не могу просто нахуй в этом ЧС, блядь. Слева 200, дальше 10. Бля, где у тебя патроны-то, ёбаный в рот? Да это пиздос, блядь! А чё я должен, блядь, сделать-то, нахуй? Я не понимаю, блядь. Я вроде, блядь, нахожу какой-то, блядь, боком вообще иду, нахуй. Не с ними вообще нихуя, блядь. Может, блядь, вообще тихо надо быть? Они, блядь, вообще как меня? Они меня видят или как чего, блядь? Ах, да, блядь. Блядь, все, пизда мне опять, да? Бля, вот тебе что надо вообще, ну? Ты гонишь, блядь? Двух выстрелов, нахуй, ты меня убил. Броник, это пиздец какой-то, нахуй. Что за хуйня-то, блядь? Тут автоматический уровень сложности на мастер переключился, что ли? Или чего, блядь? Я не понял, что за хуйня? Опытный, блядь. Окей, давай, новичок. Что за хуйта, блядь? Просто, нахуй, не дают даже, блядь, не вздохнуть ничего, блядь.
что, блядь, вертолеты нахуй каждые 2 секунды, блядь, бомбят нахуй. Да иди ты нахуй, блядь. Из двух ни в кого просто. Есть нахуй. Есть нахуй. Ну, сука, квартет ёбаный ястреб, блядь. Неужели, блядь, я просто отключил вертолет нахуй сейчас? Этим самым. Бля, еще в этом экзоскелете, блядь, бегать нельзя нихуя. Вот это хуёво, блядь. Пошел ты нахуй. Вот доебался, блядь. Где кто? Да сдохни, ёб твою мать, блядь. Пацаны, блядь. Я, конечно, все понимаю, блядь. Вы там, блядь, военные не в рот ебаться, блядь. Бля, хоть полегче стало, нахуй, по-моему. То, что я уровень сложности понял. А то мне реально показалось, что у меня, блядь, на мастере стояло, нахуй. Просто, блядь, вообще не вздохнуть нихуя, блядь. А сейчас заебись. Сейчас заебись, мне никто не мешает. Сейчас я чувствую себя королем, блядь. Хотя, блядь, уровень стоял сложности средний, блядь. А там, блядь, вертолеты, самолеты, корабли, блядь. Чуть ли, блядь, не это, нахуй. Не, я помню, что здесь, да, было, блядь, тяжело, нахуй. Было прям, ну, нормально. Но, сука, не настолько, чтоб прям... Не настолько, чтоб прям, блядь... Тебе вообще покоя нахуй не дают, ни секунды нахуй. Бля, пиздец, валим нахуй. Я бегу по стрелочке, короче. Мансуем. Я коню. У меня пока тихо, продолжаю движение. Мансуем. Мансуем. Ебать, сколько вас там? Чё противник применил, блядь? По-моему, противник нихуя не применял, блядь. Я ебал, блядь. Какое неизвестное оружие мог применить противник, блядь? Я ебал, блядь. Да отъебись ты нахуй, блядь. А, блядь, я ебал нахуй. Да, блядь, еще. Опять в меня стреляют, блядь, бомбы, ебаные. Опять в меня стреляют ебаными бомбами, блядь. Ты чертила, ты ебаная, блядь. Я назову эту серию 1000 смертей, блядь. Просто 1000 смертей, нахуй. Прям, блядь. Вот просто ты заебал, нахуй. Я только что, блядь, военных разъебал кучу, нахуй. А ты, блядь, меня опять с одного выстрела сносишь. Ну да, конечно, я без брони, блядь. Но, сука, вы чё такие жесткие-то, блядь? Я в этой игре столько нахуй не умирал, сколько, блядь, за одну серию, блядь. Я ебал, блядь. Да иди ты нахуй, стреляешь по мне, блядь. Откуда здесь столько, блядь? Вот откуда? Кто там, блядь, так хуячит? Скажи мне, пожалуйста. Какое ощущение, как будто все, блядь, нахуй. И военные, блядь, и все, нахуй, против меня, блядь. О, ебать, хуячик.
хуя ли ты так хуячишь, блядь? Заебал, отъебись. Отъебитесь, пацаны. Отъебитесь, пацаны. Сука, там, блядь, гранатометчик, нахуй. Он даже своего не пожалел, блядь. Блядь. Ёбаный в рот. Воу-воу-воу! Вот он, сука, гранатометчик ебаный, блядь. Монолитовец хуев, блядь. Все нахуй, последний. Ебать, с пистолетом просто чувак нахуй гуляет. Да ему вообще похуй, еб. Ух. Неужели, блядь, нахуй, неужели? Я ебал, блядь. Я такого не помню вообще, нахуй. Я помню, я в прошлый раз, когда последний раз играл, я до саркофага просто добежал вот так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А сейчас это какой-то пиздец. Не, здесь я помню, здесь монолиты, там хуиты. Вознагражден будет только один. Ага. Блять, 22 нахуй. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Вопрос в другом. Вопрос в том, что я заслуживаю. Так, мне нужна гаусс-пушка твоя. А, мне одна гаусс-пушка нужна. Подожди, стой. А это разряжно, это разряжно. Пришло время. Я вижу твое желание. Я вижу твое желание. Почему я его не вижу? Мое желание. Вознагражден будет только один. Это плохо, на самом деле, что он будет только один. Потому что, ну, мало ли я не один. Мало ли нас двое. Например, я и мой, там, братан. Корешочек. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Ух ты, блядь. Нихуя себе. Это жестко. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Так, вот это можно выкинуть уже, кстати. Твое желание скоро исполнится. Бля, ты можешь заткнуться, иди нахуй? Иди ко мне. Ты можешь, блядь, заткнуть свое ебло? Ты с чего в меня выстрелил? А, с дробовика, блядь, нихуя себе. Нормально. А, я еще без брони, кстати. Это я помню, что я без брони, блядь. Я помню, пришло что я... время. Да сука, ты можешь, блядь, не клинуть, нахуй, желание. Не в нужный момент, блядь. Нахуй ты клинишь, блядь, в нужный момент, ёбаный ты оружие, блядь. Как будто сегодня просто все против меня, вся игра, нахуй. Какого хуя она вот заклинила именно вот в этот момент, нахуй? Просто нахуй, все хп, блять, нахуй, с одного выстрела дробовиком. Внезапно, пожалуйста. Хочешь, не хочешь, нахуй, а мне похуй. Это. Вознагражден будет только один. Ты прикалываешься, нет? Пес, блять. Ты тут, блять, откуда взялся, чучело ебаное, блять? Скажи, пожалуйста, откуда ты там-то нахуй взялся? Откуда, блять? Ты за мной в саркофаг зашел или чего? Гондон, блять. Вот какого хуя ты тут, блядь, делаешь? Ебать тебя в рот, блядь. Петушара ты ссаная, блядь. Совершен человек. Иди ко мне.
Да ты заебал, иди нахуй. Я не понимаю, блядь. Ещё давай скажи, что я сохранился, блядь. На самом, блядь, нахуй хедшоте, блядь. Ну вот скажи, пожалуйста, какого хуя? Вы, блядь, дробовиковисты хуевы, блядь. Так быстро твоя сносите. Твоя цель здесь. Иди ко мне. Ты меня заебал. Иди нахуй. Я сегодня, блядь, дойду это до конца, блядь. Вот чисто вот из-за того, из-за вот этого бага, то, что они, блядь, некоторое время стоят. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Точнее, они, по-моему, нихуя не некоторое время стоят. Бля, ну извини, ёб твою мать, нахуй ты сзади нападаешь? Опять же, блядь, я вот не понимаю, блядь. Ты вот конченый, нет, блядь? Откуда вас там, сука, столько, блядь? Вознагражден будет только один. Откуда вас там столько, блядь? Скажите мне, пожалуйста, блядь. Ну вы чё, ебанутые, блядь? Бля, FN, конечно, заебись, нахуй, но на неё патронов хуй найдёшь, блядь. Хотя нет, тут на неё патроны есть. Но ствол, конечно, вообще прям классный-классный, мне нравится. FN. Бля, я сейчас пойду, они... Твоё желание скоро исполнится. Ой, блядь, вот ФНка заебись. Иди ко мне. Она прям заебись. Да что ты нахуй берешь, блядь, хуйню всякую. Я иду к тебе. Иду. Сейчас только я немножко наберу себе всего. Иди ко мне. Ты, да ну попади, ёб твою мать, попади! Заслуживаешь. Я же попадал по нему, блядь, я попадал. Чё за хуйня, блядь? Вот вы хотите сказать, я сейчас по нему не попадал, блядь? Попадал. Мне хуй делать попадал, блядь. Иди нахуй. Иди нахуй. Вот сейчас, блядь, умер. До этого, блядь, ну похуй. До этого надо было просто... До этого надо было просто, чтобы я умер. Ко мне. Хорошо, блядь. Какая-то хуета. Ай, блядь. Я ненавижу монолит после этого. Да иди ты нахуй со своим дробовиком, блядь. Зачем он мне? F5. Твой путь завершается. Иди ко мне. Мне вообще похую на тебя. Ты меня уже заебал. Сзади, кто там сзади? Вот кто там сзади, блядь, был? Вот кто сзади был сейчас, нахуй? Скажи мне, пожалуйста, кто, блядь, был сзади? Почему у меня сзади кто-то еще стрелял, блядь? Кто? Кто, блядь? Или он опять с дробовика хуячил? Или здесь откуда-то, блядь, вылезло чучело какое-то, блядь? Ну давай. Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Ой, бля, Сидорович, ты заебал. Вот нахуя ты пиздишь, блядь, Сидорович? Сидорович, нахуя вот ты пиздишь? Пришло время. Почему ты клинишь? Я вижу твое желание. Потому что ты чуть-чуть сломан, а я понял. Я понял, что ты чуть-чуть сломанная, блядь. А вот это лучше? Да. Хорошо, давай. Путь вот так. Путь завершен, человек. Ебало, стяни свое, ты заебал. Мне. Да ёб твою мать, блядь, вас там сколько, нахуй? Вас там сколько, блядь? Вы скажите, я не обижусь, ёбаный рот. Твой путь. Я на дураков иди не обижаюсь. Ко мне. Бля, завали ебло, ты уже, блядь, мне нахуй надоел. Сука, еще в упор, блядь, стреляют псы.
Твоя цель здесь. Я уже начал снова иди привыкать и уже по звуку мне определяю, с какой стороны стреляют, блядь. Ебать! Сука, еще кто-то, блядь, стрелял только что, по-моему. А может и нет. Так, мне сюда? Нет, мне не сюда. Иди ко мне. У меня аптечек-то сколько осталось? Ты у меня обретешь то, еще много, что заслуживаешь. Ты пойдешь нахуй сегодня или нет? Ты уже заебал. Дядя, блядь. Что это? Найти исполнитель желания. Задание провально. Уничтожение лагеря. Да, блядь, мне вообще похуй на уничтожение лагеря. Ну твоя вы чё, блядь, серьезно? Здесь. Вы смеетесь, блядь, или чё? Иди ко мне. Мне вообще похуй на мою цель. Хоть моя цель, хоть твоя цель. Так, я хочу сюда. А, так сюда и надо. Теперь бы еще вспомнить, как попасть к исполнителю желаний. Путь завершен, человек. А, вот портал. Иди ко мне. Бля, выкинь вот эту вот хуету, ёб твою мать. Что за портал? Куда он? А, сюда. Значит, мне сюда куда-то, да? Так, надо сразу сохраниться, чтобы проблем не возникало. Вознагражден будет только один. Да, будет вознагражден только один. Наконец-то проходом этой игры. Потому что я уже устал. Я и так ее забрашивал, потому что твой поднадоело. Путь завершается. А тут еще, блядь, иди этот. Иди ко мне. Я иду. Что ты пере... Сука, да ладно. Сука, да ладно. Сука, да ладно. Сука, да ладно. Да ладно, сука. Бля, они здесь вон курят нахуй. Иди ко мне. Ты обретешь то, курят, пьют что заслуживаешь. Курят, пьют что-то. Шашлыки у них тут, костер. Вон, костры, блядь. А, все? Все, я у монолита? Заебись. Так, ну и чё, давай загадаем желание. Пришло время. Пришло время загадывать желание. Я знаю, что есть другие концовки, но мне похуй. Дай мне богатство. Дай богатство мне, дай. Дай, дай. Краска облупилась, нахуй. А какие богатства, в смысле? Я богатство разве просил? Или здесь нужно и богатство, и хуятство. Все подряд можно. Гайка. Богатство, нахуя ему богатство? Как он собирается их выносить отсюда? Дурачок. Богатство ему, блядь. Все. На этом мы с вами игру Сталкер закончили. Игра интересная, игра хороша, игра заебись, но под конец начинает надоедать. В принципе, много игр, которые под конец начинают уже надоедать. Вот, поэтому, значит, следующая игра у нас какая будет, я пока не знаю. Я посмотрю еще. King's Bounty так и будет продолжать выходить, потому что там еще очень много проходить. Вот. А следующую игру пока я не знаю, какую проходить. Но вы об этом узнаете очень-очень скоро. Поэтому ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на мою страницу ВКонтакте. Комментируйте, ставьте лайки. И скоро мы с вами увидимся, ребятушки. Всем пока!